Мировые звезды на Нижегородской арене. В Нижнем Новгороде на гастроли приехал королевский цирк Гии Эрадзе, шоу-программой «Баронеты». Это не первый визит именитых циркачей в столицу Приволжья. Нижегородцы уже хорошо знакомы с цирковыми номерами шоу, но артисты утверждают, что зрителей ждет совершенно новое представление. Я никогда не привозил одно и то же. Вот никогда не скажу, Гии привез одно и то же. Если даже я привожу какой-то аттракцион, который здесь уже был, или номер, они переформатированы совершенно в другой постановке, они переодеты, то есть там что-то обязательно новое присутствует. Шоу «Баронеты» презентовали 2 года назад, и именно из Нижнего Новгорода началось его триумфальное шествие. За это время артисты побывали в 18 городах. Их представление увидели порядка 1 000 000 человек. Это самое крупное цирковое шоу по составу животных. В нем принимают участие более 100 представителей фауны. Тигры, леопарды, пантеры, медведи, лошади и многие другие четвероногие артисты. 2 года назад у нас было в составе клетки, у нас работало 8 голов животных, туда входили тигры, пантеры и леопарды. На сегодняшний день это 13 голов животных. Туда входят также тигры, пантеры и леопарды. У нас появились 2 замечательных тигра. Плюс еще ко всему у нас рождались на гастролях котята, и мы были еще 2 леопардов и 1 пантер. Поэтому мы достаточно изменились. Самое необычное животное, это продюсер кинотеатром были приобретены, уникальные. Это действительно не пустые слова, уникальные животные. Других таких животных в мире, просто подумайте, их нет ни у кого. Это так называемые лилигры. Многие знают, что есть такие животные лигры. Они появились в результате скрещивания льва и тигра. По определению зоологов, лигры не способны к воспроизведению потомства, но и здесь природа взяла свое. У лигра и белого льва из королевского цирка, вопреки прогнозам специалистов, родились 2 детеныша, и им придумали название – лилигры. И сейчас эти 2 чуда природы может увидеть каждый, кто придет на шоу «Баронеты». К слову, все животные, которые выступают в шоу, живут в атмосфере любви и выглядят вполне упитанными. Но арена стала 2-м домом, где четвероногие артисты чувствуют себя уверенно. Шоу «Баронеты» — это сплетение всех жанров циркового искусства — эстрады, балета и театра. Здесь сложнейшие акробатические трюки, филигранная дрессура животных, суперсовременное сценическое и световое оборудование и специально разработанные декорации. Я верю в то, что гастроли этого коллектива пройдут ярко и при полной заполняемости зала. От себя хочу лишь сказать, что мы ждем всех вас у нас в цирке в стандартное время, в субботу и воскресенье, в 1:00 и в 5:00. Коллектив «Баронеты» – это, я бы не побоюсь, но один из самых лучших. То есть мы говорим «Королевский цирк Гии Эрадзе», мы говорим шоу «Баронеты». И всегда понимаем, что это высокий уровень профессионализма, красоты, молодости. И, конечно, сюда нужно приходить с семьями. В Нижнем Новгороде представления пройдут с 28 октября по 3 декабря.